Всех приветствую на Флагманшоп, с вами рубрика F-новинки, и сегодня поговорим о сумках и чехлах серии Gretcam. Начинаю наш обзор с чехла удобного на 4 удилища. Данный чехол очень компактный в плане количества удилищ. Сюда можно вполне с катушками поместить 4 удилища. Есть у нас 4 разные разъема, которые с перегородкой. Данная перегородка вас сохранит от поломки удилища, потому что они между собой не будут биться друг об друга. Если вы используете и вам достаточно 3 удилищ, то точно так же можете использовать 3 удилища и в одном делении использовать какой-то обвес, ручку подсаки, разные телескопические ноги для стола. Лично я так использую. Один из лайфхаков еще данного чехла является того, что катушки размером 3 и 4 тысячи в одном делении можно перевозить 2 снасти. То можно в данном чехле перевести 8 удилищ в собранном состоянии вместе с катушками. Что наблюдаем? У чехла данного есть очень надежные замки, которые с молнией, которые не разойдутся и надежные. Есть неопреновые стяжки, они нам позволяют после упаковки удилища, есть вот видите широкая расстояние, а когда мы стягиваем, у нас получается меньше транспортировочной длины, и неопреновые стяжки помогают надежно их держать. То есть получается из большого чехла развернутого состояния, получается сворачиваем его и более удобно. Удилища не ломаются и нету никакой проблемы при транспортировке. Я проверил, и действительно оно работает хорошо. Что есть еще в данном чехле? Это полностью исполнение из материала высокопрочного, антицарапающего и непромокающего 1200D. Это литое полностью основание, которое нам не будет царапаться, не будет рваться и ничего с ним не произойдет. Довольно-таки жесткое и надежное. То есть можете там царапать по асфальту, и с чехлом ничего не будет, и с вашими снастями тоже. Это удобная ручка с неопреном, которая удобно вам перенести, переложить, переставить. И если вы куда-то далеко отходите, это удобная лямка на плечо, которое можете опять же транспортировать, которое регулируется. Вот тут регулировка. Что касаемо размеров данного тубуса, имеет 165 сантиметров, 30 на 14 сантиметров. И сюда отлично будет помещаться удилище как 3,9, 4,2, даже 4,5 метров без проблем. То есть универсальное для фидерного применения. И вес данного чехла 3,3 килограмма. Следующей сумкой в нашем обзоре является термосумка для живых компонентов и прикормок, ну то есть скоропортящих продуктов. Но пускай ваши жены не ругаются, что у вас все только для рыбалки, данную сумку можно использовать и на пикниках, для напитков, и так же самое для продуктов. Данная сумка имеет размеры 40 на 30 и высота 35 сантиметров. Имеется удобная ручка для переноса. Если куда-то далеко несет, есть удобная шлейка с неопреновым материалом, мягким и прочным. Имеется маленький карман фронтальный с двойной молнией, надежный. И также самое здесь более мощная молния, двойная, с материалом в середине фольгированный, который отталкивает тепло и содержит температуру надежней и дольше. Данный фольгированный материал покрыт 2 слоями полиэтилена. Если у вас что-то пролилось или просыпалось, вы спокойно сможете тряпку вытереть, и все будет надежно, красиво и сухо. Данный материал, который используется в сумке общей внешней стороны, это 1200D, который влагостойкий и очень прочный. Если вы сумку поставили нечаянно в грязь, спокойно влажной тряпкой протираете, и у вас все чисто и легко отмывается. И финальной сумкой в нашем узоре здоровенная сумка Gretcam, в которую можно вместить практически все ваши рыболовные снасти, потому что есть здесь 2 фронтальных кармана и 2 боковых на двойной молнии. И также самый есть здоровенный отсек. Давайте подробно рассказываю. Имеется ручка. Конечно же, нужен
такая шлейка, которая перенести действительно, когда вы нагружаете, у меня получалось нагрузить чуть ли не под 30 килограмм эту сумку, потому что кормушки тяжелые, катушки и всего-всего разного веса, оно действительно много весит. Итак, начинаем подробно по карманам. Боковой карман, который фронтальный, есть деление специальное под садок, большое, широкое, и здесь и в середине вот такой вот на липучке кармашек, который вы сможете его спокойно достать, помыть дома, если у вас с садка натекла вода, и если вам просто надо там транспортировать быстро садок, то спокойно вы его вставляете, и у вас есть такая удобная передняя часть. Так же самое есть для головы подсака, для разного плоского обвеса. Второе отделение. И здесь огромное отделение для всего-всего кормушек, обвесов, в которые можно поместить действительно очень много вещей. В боковые карманы на молнии вы можете положить те же самые разные небольшие коробки, которые дополнительные, коробочки под живые компоненты. Ну и все, что вам туда захочется положить. Действительно, данной сумкой я тоже пользуюсь, и у меня получается ее нагружать очень много. За счет того, что она имеет довольно-таки высокую и плоскую форму, ее можно нагрузить, и в машине она занимает минимум места в багажнике. В данной сумке еще имеется прорезиненное долговечное дно, которое не протекает и, в принципе, очень износостойкое. Весь материал сумки используется из материала 1200D, который является непротираемым, непротекаемым и очень долговечным. Размеры данной сумки — это 75 см на 37 и высотой 52 см. Ну что, это был обзор сумок и чехлов линейки Gretham. Действительно крутой дизайн, достойное качество и вместимость на высшем уровне. Все ваши рыбацкие вещи сюда поместятся. С вами был Алексей Пугач на Флагман Шоп в рубрике F-новинки. Не жалеем ставить лайки и писать комментарии. Всем пока!